Привет, меня зовут Настя. Сегодня я снимаю свое новое видео, и оно будет достаточно интересным. Я покажу, что находится в моей сумке. Итак, наверное, чтобы не было вопросов, это сумка от Dolce & Gabbana, модель их Сицилия, размера medium. Эта сумка достаточно большая, но все-таки она не достаточно большая для меня, для того, чтобы ходить с ней на учебу, поэтому она такая у меня более выходная. Вот сейчас, например, были у меня, ну, у нас большие выходные, я, в принципе, с ней ходила, и меня все туда помещало, даже оставалось место для каких-то небольших покупок. Так что эта сумка, в принципе, большая, но для учебы я предпочитаю больше носить рюкзаки. Эта сумка имеет два ремешка. Первый такой короткий, который не отстегивается, и второй, соответственно, плечевой ремень, который можно снять и ходить просто с короткой ручкой. Сумка на внешний вид вот такая вот. Значок небольшой, лаконичный, фурнитура золота у Сицилии. И также сзади ничего нет, никаких карманов. Карман один, он является основным. Вот так вот она открывается, то есть две кнопочки. В принципе, сумка достаточно закрытая, так что удобно. Итак, давайте я открою сумочку и буду детальнее все показывать. Также, что интересно, подклад у этой сумки имеет леопардовый принт, что, конечно же, отличает Dolce & Gabbana. Они любят такое. Итак, первое, что я сюда достаю, это мои ключи от квартиры. На самом деле, я их специально сюда сейчас положила. Обычно у нас лежат они в коридоре, то есть я открываю дверь и их туда просто бросаю. Вот, сумочку я их помещаю только когда выхожу из дома. Вот такой вот у меня крем для рук далее в сумочке попадается. Сейчас это Yves Rocher с ароматом манго. Очень такой летний аромат, достаточно жидкий. Крем для рук, быстро впитывается, очень удобно быстренько его нанести в метро или в автобусе. Следующая вещь — это вот такой вот карт-холдер, волею случая это тоже Dolce & Gabbana, только черного цвета. В принципе, очень удобная вещь, и я с ней просто могу даже выйти без кошелька, только с этим чехлом. Я бы сказала, что это вещь 21 века, потому что, ну, в принципе, наличные сейчас не везде нужны, так что такая удобная вещица. Далее мне попадается кошелек. Я очень люблю этот кошелек, он у меня, наверное, уже лет 5, и я его не меняю вообще никак. Мне нравятся какие-то кошельки, да, я как-то смотрю их иногда, мне хочется, да, что-то новенькое, но потом, в принципе, я понимаю, осознаю то, что в этот кошелек очень-очень хорошем состоянии. Это Michael Kors. Стоил, наверное, где-то 140 евро. Он удобен чем? Наличные. Отдел для наличных, отдел для карточек. И самое главное, отдел для мелочи. Мелочь всегда у меня, ну, валяется, но с помощью этого вот чехольчика она как-то скапливается в одном месте, и это очень удобно. Далее, мои карточки, две самые важные для меня, это карта социальная для проезда, и с другой стороны, это карта для того, чтобы пройти охрану в моем университете. Во всех корпусах у нас единая система, проходишь по этим карточкам. Далее, это мой студенческий билет, тоже важная вещь, иногда очень даже пригодится мне может. Следующая вещь, это вот такой вот брелок, это подарок от моего брата. Раньше брелочек вот так вот выглядел на моей сумке, но потом как-то получилось, что я его сняла. Вот, ну и мне теперь лежит в сумке как такой талисман и напоминание о моем брате. Флешка тоже иногда очень-очень нужна, особенно в университете, но ношу также и какие-то выходные дни. Никогда не знаешь, может пригодиться. Далее, это моя помада. В принципе, сейчас я люблю вот эту очень помаду использовать. Это Tom Ford, оттенок 01. Она вот такая вот. Вот.
достаточно массивная упаковка, я согласна, иногда даже не очень удобно, то есть какой-то клатч, да, и эта помада занимает половину всего пространства, но помада очень-очень красивая, я ее очень люблю, текстура безумно бархатная, так что ношу. В принципе, это все, что было в моей сумке, конечно же, там находится всегда мой телефон, который сейчас я использую, чтобы записать вам это видео. Вот, спасибо всем большое за внимание, образ с этой сумкой вы можете посмотреть в инстаграме, ссылочку я оставлю внизу на него, потому что, в принципе, сумку этой я часто дополняю свои образы, вот. Ну что же, всем огромное спасибо за просмотр, я желаю вам прекрасного дня, прекрасного настроения и всем пока-пока!